Это основной программный документ, как сказали наши коллеги, который регулирует и сохраняет основные национальные интересы Республики Беларусь против рисков, которые могут возникать и угрожать нашему государству. Прописано 8 рисков, которые действительно могут угрожать нашей национальной безопасности, но время идет, появляются новые риски, новые угрозы, и поэтому возникла необходимость модернизации, совершенствования и дополнения новой концепции новыми положениями. Стоит отметить, что риски касаются и идеологических моментов, появляются такие угрозы, как неофашизм, национализм, гибридные войны, экологические катастрофы, и необходимо все это прописать комплексно, проработать для того, чтобы наша страна была в безопасности.